Привет, мои золотые! Сегодня у нас скетч. Нетипичное видео для моего канала, правда? Ты ждешь, пока я что-то спалю? Ну, я очень старалась. Точнее, мы с эльфиком старались. Я надеюсь, вы оцените. И не забудете про пальчики вверх и подписку на канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Итак, осень, ожидания против реальности. Поехали! Не бойся, я там ничего не спалю. Бррр, как холодно. Не могу вылезти из-под одеялка. Как хорошо, что у меня есть муж, который обо мне заботится. Бррр, как холодно. Не могу вылезти из-под одеялка. Ну, холодно-то как? Эй! Иди чай сделай и обогреватель не забудь включить. Такая холодина, нет ничего лучше, чем попить горячего чайку за компьютером. Блин, про чай опять забыла. Как приятно холодным осенним вечером закутаться в плед и почитать любимую книгу. Как же я люблю дождливые осенние дни, когда капельки бьют по подоконнику, и ты с любимым романом в руках уютно устраиваешься на подоконнике. Романтика, обожаю осень. Где мой зонт? Ну где же мой зонт? Как же меня достал дождь за окном! И как же меня достало, что я вечно теряю зонт! А через 5 минут мне уже выходить! Блин, ненавижу осень! Ура! Вышли новые сезоны любимых сериалов! Я же их все лето ждала! Как же я обожаю осень! Следующая серия только через неделю? Блин, на самом интересном месте. Камон, что мне делать целую неделю? Я же умру от любопытства. И кто придумал серии раз в неделю? Наконец-то осень, можно помодничать. Надену свою новую курточку и любимую шляпу. Все, я пошла покорять мир. Блин, в курточке уже холодно. Вон спина вся голая. И шляпа слетает постоянно из-за ветра. Как дебил, зато тепло. О, чаек. Да. Яшки? Садись скорее, будем фильм смотреть. Ой, холодно-то как? Сейчас попьем горячий чаек. Ой, как уютно. Вкусненько. У тебя вкусненько? Очень. Дай попробовать твой. На, попробуй мой. Класс. О,
Чаёк. Да, вкусняшки. Ложись, сейчас будем фильм смотреть. А где ложка? Ой, я опять забыла ложку. Ну, ты забыла, ты иди. Нет, ну я уже под одеялком, я принесла тортик. Теперь твоя очередь идти, иди за ложкой. Ты забыла, ты идешь за ложкой. Нет, ну я уже пригрелась, Ну что ж, я надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то не забывайте про пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А также не забывайте про мой инстаграм. Туда тоже подписывайтесь. Я буду очень рада всех видеть. И до встречи в следующем видео. Пока!